Даже дворы, Татьяна, ну давай, блядь,
и социалисты. Все покатилось по ветру, сбежит солдат, бежит матрос, большевики, потом Чубайс, Оливер Хатам. Все развалилось на куски, кругом сплошные дураки, и нужен нам уже патолога. А все могло бы быть не так, Онегин был же не дурак, ни за что бы не пошел бы он смутьяной. Ильинский был бы генерал, и царь страну бы не просрал, и все кайфово было, если б не Татьяна. Все кайфово было, если бы не Татьяна. Я историю вам рассказал об одном пассажире. Дело было давно, дело было при царском режиме. При царизме случались такие ужасные вещи. Но Пушкин первый просил, что все беды, ребята, обыжили. Все кайфово было, если бы не Татьяна. Все кайфово было, если бы не Татьяна. Я вам даже больше скажу, если бы не Татьяна. Все было бы кайфово. Все кайфово было, если бы не Татьяна. А так все. Не мысля, гордый свет забавит, не написал себе легкий бред, как детей читать заставит. Прости, прости.